Окружные комиссии к работе готовы. Здесь уже ждут кандидатов. Январь 2012-го обещает быть нескучным. Сразу в один день нам предстоит избрать депутатов в городские, районные, областные маслихаты и мажилис. А началось все с роспуска Нижней палаты парламента. В связи с роспуском мажилиса немножко сроки немного сдвинулись вперед. Мы должны были эти выборы проводить где-то в сентябре-августе месяца 2012 года, но мы проводим ее в январе. Но выборы этого года запомнятся не только этим. Впервые за последние годы в мажилис смогут пройти представители и других политических партий. Не менее насыщенной будет жизнь и у кандидатов рангом пониже. 29 депутатов в городской маслихат, 50 в областной предстоит выбрать южанам. Всего по области 315 человек. Правда, на сегодняшний день ни один из кандидатов документы на регистрацию еще не сдал. Но это, уверены в избиркоме, дело времени. Конкуренция сейчас будет большая. Все партии захотят работать, и я знаю, что они будут работать в этом году. Мы и закон сейчас позволяет так, чтобы был парламент многопартийный, ну, а на одномандатных округах, то есть по области, ну, большой конкурс будет. 8 миллиардов тенге потратит республиканский бюджет на выборы всех депутатов. Но, говорят в избиркоме, будущим народным избранникам все равно нужно будет затратить деньги. Один только обязательный взнос на счет, который допустит вас к выборам, составит около 80 тысяч тенге.